Привет, Ютуб, на связи опять Петя Бондарь. Наконец-то, спустя огромный перерыв, я возвращаюсь в катание. Вчера я собрал себе самокат в райдэкшене, вот такой вот, о нем расскажу чуть позже. И прямо сейчас мы с моей девушкой Ариной выдвигаемся в скейт-парк. Погнали! Пусти, пропусти, в скейт-парк едем. Срочно пропускай меня на BMW. Вот этот вот персонаж подрезал, мы его обгоняем. Он меня не пускает. А я влезаю. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Я вот люблю так сделать, знаете, еду. И вот так аварийкой тык-тык. Выбора не оставить, чтобы нельзя было меня вот так вот. Ну, короче, вы поняли. Господи, какой же он красивый! Вы только посмотрите на это чудовище обалденное вообще! Да еще и солнце на дворе, еще и весна пришла. Новый самокат. Мы приехали в Рамстройхаус. Мы заходим в скейт-парк, и тут такая тишина. Это значит, что очень мало народу здесь. Привет, бандитка. Здорово. Я Петр Бондарь из многодетной семьи. Меня можно так бесплатно пропустить. Благодарю вас. Народу вообще нету. И здорово! Здорово! Это костер. Привет, ютуб-зрителя! 44-й уже на базе. Здорово, бандитская голова. Готов разносить сегодня? Конечно, даже джаз-джузу дадим. Здорово, привет, ютуб-зрители. Голова. Бандитка пришла к нам, здорово. Самое главное, мое братское сердце подъехало, как всегда, с кофейком. Здорово, бандит, полный бак он в себя. Впереди лето, тепло, отпуск, разговоры. Впереди катка, брат, погнали. Короче, друзья, мы переоделись, пришли вот на эту замечательную фигуру, которая называется спайн. Сейчас мы сделаем по три ласковых трюка и переместимся в другую часть. И, естественно, я делаю анпакинг после долгого перерыва. Начальник два китлиса заваривает. Ай-яй-яй! Он закрутил, не зашло. Ай-яй! Три трюка от меня, вы видели только что. Следующий врывается Богдан. Вип, хил, вип, было падение, еще одна попытка. Вот такой вот оригинальный хендплент от Богдана. Переходим к Ивану Соловьеву. Переходим к Владику А44. Yeah! Ваня, красавчик, сделал флип три фингера. Хорош. Тем временем Ваня позарился на жесточайший трюк. Смотрите сами, давай! Давай, брат! Третий берется, долго живет! Ребята, закрываю сразу все ваши вопросы касаемо моего самоката.
грипс, этика, руль, дроп, титановый, сверхлегкий, зажим, СКС, дроп, прототип, вот такой вот красивенький он с глазом, рулевая, дроп, с пальмами, дека, этик, пандемониум, V2, шкурка, дроп, вилка, этик, какая-то там, колеса, этик, и снизу вот такой вот красивейший кастом, вообще просто бомба. И если вам нравятся трюковые самокаты так же, как и нам, то welcome в мой магазин, называется он Ride Action. Есть сайт, доставка по всей России, на Wildberries по поиску Ride Action у нас есть шкурки и много других расходников. Приходите в живой наш магазин, сотрудники все супер на квалификации лютой, все катаются, все вам подскажут самокат первый, починят вам ваш самокат, есть мастерская и все такое. Мы продолжаем, переходим вот туда. Поясни, вот что это было, чтобы когда мы через год это смотрели с чайком, я не знаю, залагало. Что это было? Ваня хотел вкрутить флип, и в этот момент, видимо, передумал. Я больше всего за руку испугался, он руку вытянул вот так, но, слава богу, все обошлось. Я, короче, давай осторожно. Понял, я типа мозгами хочу флип, а тело отказалось. Да. Это как у меня с перилой когда-то было. Я запрыгиваю на перилу и передумал. Руки растопырил. Это называется, типа, решимость, знаешь, не дал, что так шкала решимости, 99 застряла. И да, да. Покажи, как там это выглядело. Короче, ребят, я обычно лежу в ванне, смотрю там клипы Райана Вильямса и получаю эстетическое удовольствие от трюков. И сегодня вот мы с пацанами там снимаем вот этот вот персонаж. Как тебя зовут? Представься. Дима. Дима Галкин. Дима Галкин. Он сделал трюк, который я вам вообще не буду говорить. Вот просто он сейчас вам покажет. Это вообще просто мясо. Пошел, пошел. Если что, это не этот трюк, он просто разворачивается. Ща будет. А теперь интервью быстренькое такое. Расскажи мне, пожалуйста, как тебе идея в голову пришла научиться этот трюк? Не знаю, очень хотел. Он... Просто ты его видел в интернете там у кого-то и хотел научиться? Ну да, да. Вот Райан Вильямс тоже самое делал. А сколько времени прошло с того момента, как тебе пришла идея в голову его научиться, до того, как ты его сделал впервые? Плюс-минус год где-то. То есть это не за одно катание, это ты год учился и вот сейчас выдал вот такого вот финтиля. Стандарт был, приезжаю в конце. Катание всегда в пролон, просто по 10 попыток делал. И вот в один день там решил сделать на резе. Бро, ты лютый персонаж, удивил реально. Я думаю, тут вообще вся аудитория тоже в шоке, красавчик. Респект. Чисто сделал только что семеру VIP на бар просто так. Просто так. А как сделать сложно так? Пошел. Три броя Влад только что сделал. Хорош
собой, Влад? А про 4 что скажешь, а? Это так, это подготовка к казанским 4. Если хотите увидеть попытки, в телеграме Ride Action, переходите и смотрите. Влад почти сделал 4 броя. В дорожку кто едет? Богдан, ты борешься с этим трюком уже просто... полчаса. Давай, добирай, вся страна смотрит. Что это было? Что это было? Что за звук был? А на коленях ударился. А, я думал. Петь. Мне просто... Такой звук дыщ. Стыдно то, что такой трюк. Ты не стыдись, солнце светит за тобой, ты сияешь. Давай, делай. Давай, мужик, кулак на удачу и добрал. Вся страна смотрит. У вас вообще сейчас может возникнуть вопрос, а какого фига я-то не катаюсь? А мне Ваня говорит: Петь, давай я на телефон тебе сниму дип-трешечку. Но мы и сняли... Я грохнулся, плечо потянул. Теперь, когда руку поднимаю вот так наверх, вот тут больно. Выехал первый раз покататься, но сегодня абонемент в спортзал беру. Нормально все будет сейчас. Сейчас все будет обалденно, в форму войду. Капец какой-то, мне очень жалко. Го постанову снимем, го? Учи, господи, не сделал в дорожку бэкфлип 3 киклиса. Ехал с него уже. Да! Да! Слава богу, колеса, два колеса уехали. Ребята, я обычно не прошу от вас лайки. Но сейчас, вы сами знаете, по ту сторону экрана сидите там на табуретках своих. Богдан вообще. Спасибо закрыл. Большое, Петян. Вообще, а я-то что? Ну, то, что снимал. Верил. Да нет, я в вас верю всегда. Вы что, пацаны? Мы же вот это вот, а?